а его придворные лорды и леди с трепетом ожидали ночмоний, так как всем им не терпелось увидеть своего короля. Он превосходил их и умом, и отвагой. Он, наверное, был очень красивым. Он был молод, великолепно сложен, но все же не так красив, как я, Эмма. На балу собралось много красивых и знатных дам. Но он выбрал самую прекрасную из них и сказал: «Прошу тебя, благородная леди, стань моей королевой». Не надо, Джон! Мама! Кто самый лучший вор в Лондоне? Я, папа. А кто тебя сделал? Ты, папа. А какого черта я на тебя столько сил потратил? Чтобы я заботился о своей семье. А еще? А еще, чтобы я заботился о тебе, когда ты совсем состаришься и больше не сможешь воровать сам. Правильно. Какого же дьявола ты время тратишь, рассказывая этой мелюзге дурацкие сказки? Джентльмена вздумал из себя строить. Сопьё! Вставай, щенок! Хватит лодыря гонять. Иди, чтобы вечером у меня тут лежало 6 пенсов. Не то я переломаю тебе все кости. Отцепись от него, старая ведьма! Убирайся, гаденыш! Что уставилось? Смотрите, вот нищий бродяга. И люди, мы схватили бродягу. Бродягу и вора. Вора! Смотрите все сюда. Мы схватили вора. Пусть другим будет неповадно. О, Господи, Том. Мадам, простите. Ну, хватит. Иди. Сэр, вы обманули меня! Я сейчас позову констебля, ты этого хочешь, а? Вы дали мне только 5 пенсов, сэр. Не буду же я лгать. Я дал тебе ровно шиллинг, хватит об этом. Ваш шиллинг у вас в кармане, сэр. Вы сами его туда сунули. Я кладу свои деньги только в кошелек. Что это? Святые угодники. Но ведь это... Я... Ладно. Кошелек. Где он? Украли! Эй, стой! Стой! Держите вора! Не так быстро, карманник. Откуда это у тебя, а? Концепль, он украл мой кошелек! Держите вора! Хватайте его! Хватайте его! Держите его, вора! Хватайте его! Вот он, вот он! Не дайте ему уйти! Зовите его! Держите его!
Хватайте! Держите! Держите его! Вот он! Извивайся, червяк. Неужели бремя Англии легким? А ведь я несу его 36 лет. Кто ты? Никто, сэр. Никто. Никто. Значит, если я сломаю ничью руку, то никому не причиню вреда. Ты прав, Генри. Ему не будет больно. Ломай, старый рубака. Вы хотите изуродовать руку, которая еще послужит вам. Вполне возможно, что она будет убивать шотландцев, которых вы так ненавидите, государь. Если он будет это делать так же, как вы, я превращу его кости в пудинг. Вы подвели меня в Шотландии, Норфолк, и вы знаете это. Я же не виноват, что о балах вы думаете больше, чем об армии, государь. Лежи смирно! А не то я сейчас же велю сварить тебя в кипящей смоле, голодранец. Что вы на это скажете, Норфолк? Я скажу, что этот мальчик тоже чей-то сын, государь. И он так же дорог своему отцу, как ваш сын. Встать, нечестивый. Собрался ко мне в сад, осквернил мою ногу своим тряпьем. Ты вор, это сразу видно. Я сын честного человека. Ха, такого даже мой сын сказать не осмелится. Вот что, червь, я даю тебе 10 ярдов. Хочу убедиться, что ты умеешь не только ползать. Стража! Гоните этого оборванца! И чтобы мои глаза никогда его больше не видели! Ну чего ты стоишь? Вот он! За мной! Ну как, Норфолк, возьмете вы меня в свое войско? Будь я моложе, я бы с радостью пошел за вами даже на шотландцев. Покрепче держитесь за своих военачальников. Хорошо, милорд, я так и сделаю. Он был смелым воякой, верно, отец? Да, слишком смелым политиком. Опасный человек. Он меняет взгляды с такой же легкостью, как ты чулки или рубашки. Он так близко подобрался к трону, что может сесть на него. Но ты не бойся, мой мальчик. Он не будет жить вечно. Я прикажу отрубить ему голову. Норфолк изменник? Нет, отец, кто угодно, только не он. О, этого негодяя я вижу насквозь. Вот когда ты сам взойдешь на престол, малыш, вот тогда и будешь принимать решение. Хорошо, отец. Сегодня на маскараде арестуйте герцога Норфолка как изменника и заключите его в Тауэр.
Да, государь. А в чем сущность измены? Меня раздражает цвет и либретто. Но маскарад может сорваться, ваше высочество. Если вы не наденете костюм, все будет испорчено. Что такое? Вы что, потешаетесь надо мной? Кого вы привели сюда, черт возьми? Это Адонис, которого любит Венера. Простоват, но очень мил. Тамерлан, турецкий царь. А вот это само олицетворение войны, отважный бог Марс. У Марса такой вид, словно он уже изрядно выпил сегодня. Ну, а вы, сестрица, что вы собираетесь надеть? Я ведь не наследница трона. Надену простой чепец с передником. Мне все равно, что скажут. А вот леди Джейн будет в наряде Авроры из розово-голубого шелка. Великолепное будет зрелище. Уберите этих идиотов. Я их не могу больше видеть. Почему, ваше высочество? Я сам себе придумаю костюм. В крайнем случае попрошу свою умную сестрицу выбрать для меня что-нибудь. Я принцесса, а не камеристка. Ищите другую служанку, принц Уэльский. А может, я могу что-нибудь сделать для принца, ваше высочество? Сам пусть выкручивается. Ваше высочество, пошли, пошли. Быстро, быстро. Кто ты такой? Что все это значит? О, боже, я был в трубе, сэр. Извините, ваша светлость. А как ты очутился в трубе? И что ты там делал? Встань, мальчик, скажи свое имя. Меня зовут Том, сэр. Бедняк Том Кенти со двора объедков в Смитфилде. Надо мной издевался какой-то мерзавец, а потом он приказал стражникам гнаться за мной. И я очутился в вашей трубе, сэр. Случайно. Тот человек был одет в зеленый плащ, а в руке держал длинную трость. Да-да, милорд, это он. Вы знаете его? Постой. Мне кажется, знакомо твое лицо. Где-то я его уже видел. Но где же... А ну-ка взгляни туда. А теперь в зеркало. Да ведь у нас одинаковые физиономии, сэр. Да, это весьма занятно. Хотя несколько дерзко с твоей стороны. Тебе известно, кто я? Я Эдуард Тюдор, принц Уэльский. А тот джентльмен, который приказал стражникам гнаться за тобой, мой отец, Генрих, король Англии. Сейчас вы поняли, какую оплошность вы допустили, мистер Кенти? Извольте объясниться, сэр. Послушайте, сэр, ваша светлость, то есть высочество... Что я мог сделать? Они погнались за мной, констебли. И я сам не знаю, как я здесь очутился. Ваш отец, сэр, обозвал меня вором, но это неправда. Я ничего здесь не украл. Отец, может быть, и прав. Костюм твой в самом деле не внушает доверия. И это мой лучший костюм. Мне его стирали год назад. Ты похож на чучело. Если бы ты появился в этом костюме у нас на маскараде... О, вот это мысль. А ну-ка раздевайся, снимай свои лохмотья и давай их мне. Да поживей. Здесь будет бал маскарад, а у меня еще нет костюма. Я напялю твои лохмотья, а тебе отдам свой наряд. Вот потеха будет. Посмотрим, что они скажут, когда увидят нас. Хоть немного позабавимся. Держи. Нет, ну я не могу это надеть. Мои слуги тебе помогут. Нет, я не это имел в виду. Я не посмею, сэр. Да и ваш отец разгневается. Он совсем не так страшен, как тебе кажется. Не бойся его. Смелее, мистер Кенти. Если будешь меня слушаться, я тебя озолочу. А не врете? Принцы не врут. Ты вернешься домой с карманом, полным золотых монет. Золотых монет? А много? Сотня. А то и две. Идет.
подожди здесь. А я испробую на деле наш маскарад. Только печать останется у истинного принца. Я пошел. Ты еще здесь? Жальтесь над бедным нищим, милорд. Подайте монетку. Убирайся лучше отсюда, пока цел, малыш. Или, может, тебе твоя жизнь недорога, а? Стража! Выдворите отсюда этого оборванца. Но... Выпороть его? Не нужно, просто вышвырните его поскорее за ворота. Но, милорд, вы не поняли! О, боже! Отпустите меня! Уберите свои грязные руки! Вас за это вздернут на виселице! О, ваше... Недоразумение. Ничего особенного. Вас потревожили, извините. Троньте меня! Уберите руки! Ну, сопляк, сейчас ты получишь. Негодяй! Тебя повесят за это! Моя особа священна! Дуй отсюда! А то мы сделаем из тебя отбивную по-шотландски. Что, смеетесь? Разве вы не видите, что я принц Уэльский? Кукареку! Ой, не возьмешь ли ты меня, принцесса, красавчик? А не короновать ли нам его высочество? Заткнитесь! Как вы смеете, болваны неотесанные! Говорят вам, я принц Уэльский! Вот! Вот вам доказательство! Это королевская печать Англии! Теперь вы верите мне? Дьявольские камушки. Нет, эта штуковина слишком хороша, чтобы висеть на твоей поганой шее. Кто тронет этого безумца, тот будет иметь дело со мной. А со мной шутки плохи! Спрячь эту игрушку быстро за мою спину. Клянусь небом, еще шаг, и я проткну тебя насквозь. Я не привык повторять дважды. Назад, подлые крысы! Оставьте бедного идиота в покое. Сэр, я правда принц Уэльский? Ты принц, а я папа римский, но об этом потом. Камушки себе хотите оставить, а, капитан? Нехорошо. Ой, как нехорошо. А может, лучше поделим? Поровну, а? Подержи. Ha 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 ha!
Я предлагаю удалиться. Сброд! Предатели! Я прикажу... Идем, идем! Казнить вас! Негодяи! Скорее! Вам отрубят головы! Вас четвертуют! Ваше Высочество! О, что это, Ваше Высочество? О, нет, я не Высочество, милорд. Как? Я Том Кенти, нищий со двора объедков. Простите, я забрался сюда случайно. Это правда, милорд? О, божественно! Все гениальное просто, говорили древние греки. Замечательная идея. Вы придумали себе отличный костюм, Ваше Высочество. Он даже пахнет, как настоящий. Арестовываете меня? Что ж, я при дворе Тюдоров уже 45 лет. Думаю, настал и мой черед. Меня в чем-то обвиняют? Государственная измена, милорд. О, весьма лестно, сэр. Сперва вы арестовываете меня. Стража отпустит меня в крепость, оттуда, прямо на эшафот. Вот она, королевская благодарность. Богине не следует долго оставаться на высоте своего божественного достоинства. Его Высочество принц Уэльский. Ваше Высочество. О, государь, простите, я совсем не принц Уэльский. Я вижу, что ты и впрямь на него не похож.
Да здравствует его оборванное мысочество. Ладно, повыше. Встань, подойди сюда, пока я со смеху не лопну. Иди. Я и правда вначале подумал, что ты не мой сын. Ну, насмешил. Ну, Нед, я хорошо знал это. Но чувство юмора у тебя я что-то не замечал. Этакий павлин будет возглавлять бал. Леди Джейн, будет богиня танцевать гальярду с грязным нищим, а? Почту за честь, государь. Простите, но я не знаю, как это делается. Я не умею танцевать гальярду. Разумеется, откуда нищему знать. Встань, малыш. Смелее, леди Джейн. Музыку для нашего нищего принца. Я вовсе не принц Уэльский. Но я ведь принц Уэльский. А тот парень, с которым ты поменялся одеждой, кто он? Точно не знаю. Нет, его, кажется, зовут Кенти. Том Кенти. Он живет где-то на помойке. В Смитфилде. Не на помойке. Во дворе объедков, наверное. Ну, а дальше? Нас перепутали во дворце. Стража схватила меня. Они меня били. Меня. Принца Уэльского. А потом появились вы. Это чудовище. Я как будто бы в кошмарном сне. Все понятно. Выпей, это лучшее лекарство от больного воображения. Я не безумец! Я принц Уэльский! Да-да, я это знаю. А вы, сэр, кто вы такой? Я Майлз Гэндон. Если вы не поверили мне, зачем вы тогда спасли меня от этого сброда? Кто я вам? Какая вам выгода так рисковать своей жизнью ради меня? Если вы думаете, что я не принц. Королевский довод, ничего не скажешь. Когда я вижу беззащитного человека, который не боится говорить то, во что он верит, мне наплевать, кем он себя считает, Юлием Цезарем или принцем Уэльским. Твое здоровье. Вы сидите в моем присутствии? Слушай, любезная,
Ты в самом деле спас мне жизнь там на ступенях. И любой, кто обнажит меч ради Майлса Гендона, становится его другом. Но не злоупотребляй моей дружбой. И не морочь мне голову своим бредом о том, что ты принц. И не указывай, могу я или не могу сидеть в своем доме, в своей собственной комнате. Ты понял меня, чертенок? Ну, я ведь Эдуард, принц Уэльский. Смотрите. Неужели эта печать ни о чем вам... Знаешь, дорогой, лучше убери эту безделушку с моих глаз. Где ты ее раздобыл, малыш? Украл? Но ведь это печать принца Уэльского. Или верни ее обратно, или выброси куда-нибудь, но меня в это дело не впутывай. Заговаривай зубы своему дружку, который пролез во дворец. Том Кенти вор. Это ведь он через дымоход пролез? Итак, мистер Кенти, сегодня переночуешь у меня, а завтра я тебя отведу во двор объедков. Но послушайте, я не могу туда пойти. А я тебе говорю, что пойдешь, либо клянусь честью, я сам доставлю тебя туда. Довольно. Я устал. Я лягу. А вы лечь у двери. Но будьте настороже. Вы должны меня охранять. Мистер Гендон. Да? Вы храбрый человек. И манеры у вас благородные. Кто вы? Я странствующий рыцарь. Вы избавили меня от позора и обиды. Спасли мою жизнь, а значит и корону. Ваша смелость требует щедрой награды. Что я, Эдуард Тюдор, могу сделать для вас? Вы так добры. Ну, поскольку я не переношу неудобств, ваше высочество, можете ли вы даровать мне привилегию сидеть в вашем присутствии? Мне и всему моему роду. Это большая просьба, но я ее удовлетворяю. Черт. Государь, ваш сын безумен. Нет! Верю! Другого объяснения нет. Придворный лекарь сказал мне, что такие случаи были прежде известны. Вчера еще он был нормален, а сегодня... Я, черт подери, Гертфорд. Пусть он подойдет. Слушаюсь. Я хочу поговорить с ним. Ваше высочество? Ну, я не высочество. Подойдите. Узнаешь меня? Да, конечно. Вы король. Только я не ваш Нед. Меня зовут Том. Нед, Том, какая разница? Разве я не отец тебе? Ты ведь не станешь отказываться от отца. Не будешь расстраивать меня? О, ваше величество, конечно, нет. Я правду говорю. Я вовсе не принц Уэльский. Я Том Кенти со двора объедков. Та же самая история. Ваш сын болен, государь. Ладно, хватит. Иди, малыш. Запомните все. Он безумен. А всякий, кто заговорит об этом недуге принца, будет считаться изменником. Никто не должен говорить об этом. Даже сам принц. Он мой сын, наследник английского престола. И он не станет называть себя нищим и отрицать свое королевское происхождение. А сейчас уходите. Уходите все.
Неужели у вас нет никаких сомнений? Сомнений, милорд? Говорите, мы одни. Милорд, вы дядя принца и знаете его, наверное, с самой колыбели. Разве не удивительно, что это безумие так сильно его изменило? Его речь, его осанка, его манера себя держать. Внешне он остался тем же, но куда подевалось благородство? Он стал каким-то другим, что ли? Милорд, вы не обижаетесь, но меня преследуют его слова, что он не принц и... Милорд, что я слышу? Простите, милорд, я не имел в виду ничего дурного. Я ошибся, я признаю это. Прошу вас, милорд, не гневайтесь. Не выдавайте меня. Хорошо, хорошо. Забудем ваши сомнения. Это вздор. Если бы он был самозванец и выдавал себя за принца, в этом был бы еще какой-то смысл. По-моему, никакой самозванец, увидев, что все, весь двор и даже сам король считают его за принца, не станет отрицать свой сан и заявлять, что он самозванец. Нет. Не станет. Не станет, милорд? Вот именно. Мальчик сошел с ума. Поэтому он так странно и ведет себя. Один мой знакомый уверял, что будто голова у него из венецианского стекла. Он все время боялся, что она разобьется. Ха-ха. Довольно. Гоните прочь свои сомнения, милорд. Это истинный принц. Мне ли не знать его? И скоро он станет нашим королем. Где ты, черт побери, был все это время? В какой сточной канаве ты искупался? Опять домой не принес ни одного фартинга, бездельник! Грязная обезьяна! Ты что, хочешь разбить сердце своей мамочки? Джон, я тебя... Заткнись! Я же сказал, что к ужину мне нужно 6 пенсов! Но ты не принес. Блять! Ну ничего, зато сейчас я угощу тебя завтраком. Да? Я хочу спросить. Это твой сын? А вам какое дело? Что вы везде суете свой нос? Мое дело позаботиться о его благополучии. Вот я и возвращаю его в лоно любящей семейки. Хоть ты его отец. Он мальчик необычный, поэтому лучше обращайся с ним по-хорошему. Ты понял меня? Я буду обращаться с ним, как считаю нужным. А вы убираетесь, никто вас не звал. Помни, по-хорошему. Мадам, берегите своего принца. Держи. Шпагу! Успокойся, приятель. Сперва я тебя успокою. Я думаю, скоро нам понадобятся чистые бинты и горячая вода. Много воды. Oh!
Дева, ты же убил его! Что ты мелешь? Ну, убил что? А зачем он драться полез? Он сам виноват! Он первый на меня напал! Эй! Вы все свидетели! Вы все видели, как это было! Он ударил первым! Убийца! Убийца! Да скажите вы ему! Джон, это верная виселица, если ты не уберешься отсюда! Шевелись, не теряя времени. Священник донесет на тебя. В этом я ручаюсь. А может, он не умер? Да ты что, не видишь, что он давно уже покойник? Скорее сматывайся, пока не поздно. Беги из Лондона! Ну куда же я пойду? На что я буду жить? Найдешь шайку разбойников, что у Гендонской дороги, и укроешься там. Не забудь только его с собой взять. Он наворует с лихвой на вас обоих. У тебя что, ноги к земле приросли? Какого черта ты застыл? Да, верно. Пойду соберу кое-что. Принц Уэльский. Подойди к своему отцу, дитя. Пока эти плуты не зарезали меня в собственной постели. Ты скоро поправишься, это пройдет. Дай мне руку. Сын мой, я болен. Ты должен заменить меня сегодня на обеде в ратуши. Ты мой наследник. Поэтому все должны увидеть тебя, убедиться, что королевство будет в надежных руках после того, как я... Эрфорд, это змея Норфолк все еще в Тауэре. Парламент сегодня скрепил приговор большой печатью, Ваше Величество. Пусть он будет скреплен лезвием топора раньше, чем сядет солнце. За государственную измену, совершенную им, и неповиновение королю Томас Говард, герцог Норфолкский, решением парламента приговаривается к обезглавливанию. И да смилуется над ним Господь. И над вами тоже, сэр, когда придет время. Ваше Высочество, вы не забыли навестить своего старого друга? Мне очень жаль, что я не могу вас достойно принять. Милорд, я был бы рад помочь вам. Так же, как вы помогли тому бедному мальчику в саду. Именно такие бедняки удерживают границы Англии, Ваше Высочество. И выигрывают сражения. Я видел их. Я помню. Если б я мог. Мне очень жаль, милорд. Не стану притворяться, что мне совсем не страшно, Ваше Высочество. Но я солдат и не раз смотрел в лицо смерти. Вы знаете, что такое смерть? Освобождение от подагры. Да благословит вас Господь, Ваше Высочество.
что, нездоровы? А? Что? Нет, я вполне здоров. Ну, тогда улыбнитесь и помашите рукой. Принц Уэльский! Придержи язык, идиот! В тюрьму тебе захотелось? Я принц Уэльский! Заткнись! Это мой сын! Сумасшедший! Идиот! Он не имел в виду ничего дурного! Чердак не в порядке! Да благословит Господь нашего принца! Да здравствует наш принц Эдуард! Сохрани его, Господи! Она может загрязниться. Унесите ее. Только осторожно. Попробуйте какому-нибудь псу. Да, хорошо.
король умер. Да здравствует король! 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 Я ведь не король. Король! Король! Скажите, милорд. Да? Если я отдам приказание, его исполнят? Королевская воля – закон, ваше величество. Тогда сейчас же пошлите гонца в Тауэр. Пусть отменят казнь. Герцог Норфолк должен остаться жив. Кончилось так. Царство крови! Да здравствует Эдуард, король Англии! Ура! Малютка, король, а ты мой восторг! Король Эдуард, ах ты радость моя! Тихо, паршивец, не то и успокою тебя навеки. А ну говори, куда вы дели мальчишку? Я не знаю, не знаю. Отправляйся на небо! Кенди увел его из Лондона. Они пошли искать шайку разбойников, сэр. Не убивайте. Это правда, сэр. Клянусь. Если ты меня обманул, выпотрошу как гуся, мерзавец. Руки надо мыть. Черт. Темно, как в могиле. Это должно быть где-то здесь. Пошли. Куда направляетесь? Заблудился приятель. От темноты не боитесь? Мы честные люди, мы не вооружены. Мы ищем вашего атамана. О, а ты не врешь? И зачем он тебе понадобился, а? Кто такие? Бродяги. Посланник, шпионы? Нет, мы ваши друзья. Вы поможете нам. Вот как. А монеты у тебя есть? А драться умеешь? А красть? Денег у меня не пенса. А ты уверен? А ты ловок? А ты хитер? Куда вы меня тащите? Не пойду! Не пойду! Атаман, у нас гости. Им нужна твоя помощь. Мы честные люди, сэр. Ну, тогда. Тогда вам нечего здесь делать. Вот если бы ты был вор, или хотя бы бродяга, ну, или, скажем, дворянин, или адвокат. Мой сын вор. Первый в Лондоне, сэр. Это неправда. Не верьте ему, он вас обманывает. Я принц Уэльский. А ну-ка, летучая мышь, развяжи его. А ты, сова, принеси поесть и выпить этим достойным из недостойных. Докажите им, что вольные бродяги добрые, гостеприимные. Молли, Мандрагора, Крот, все разом изобразите им что-нибудь. Идут и в сторону монаха свергают.
Стыд нас посминулось. Страхи пощады не знают. Мой сын хороший вор, сэр, но он не в своем уме. Немного чокнутый. Он думает, что он принц Уэльский. А ты кто такой? Буный убийца. Твой сыночка отстал от времени, приятель. Разве он не знает, что король умер? Так утром он был еще жив. Но сейчас уже вечер. Возьми, о Господи, раба твоего, пошли его душу в ад. Этот мерзавец разрушил наш монастырь, оставил всех монахов без крова, бросил нас на произвол судьбы. Быть может, и ад слишком хорош для него, кто знает. Ну ладно, новый король, может, добрее будет. Навряд ли он будет лучше своего отца. Когда-то я был крестьянином, пахал землю, имел любящую жену и детей. Но землю мою у меня отобрали, я стал бродягой. Выбросили меня на дорогу с женой и ребятишками и погнали плетьми из города в город. Вот, смотрите. К черту ваших королей, которые допустили это. К черту все их законы. Как вы смеете говорить такое о короле? Ведь если бы мой отец, Генрих, знал, что с вами поступают так несправедливо, он бы не допустил этого. Что ты имеешь в виду, когда называешь короля своим отцом? Ты веришь, что король, как родной отец, заботится о своем народе? Или внушил себе мысль, что ты отпрыск покойного монарха? Ну да, мое имя Эдуард, я ваш король. Ну я тебе соткну пасть. Сегодня он видел, как проезжал молодой... Это был мошенник, самозванец, он украл у меня трон. В таком случае тебе надо торопиться в Лондон, потому что как только они возложат корону на голову этого негодяя, ты навсегда распрощаешься со своим троном. Да, мне нужно идти. Немедля. Не вешай носа, дорогой! Мы устроим тебе такую коронацию! Ха! Мандрагора! Король Том! Король Лёв из Бедлама! Отпустите меня! Король Фу-Фу! Король Фу-Фу! Первый! Отпустите! Король Шутов! Нет, трон его! Нет, трон! Державу! Дайте ему державу! Корону ему! Скипетр! Мантию королю шумом! Смелся над нами всемогущий Фу-Фу! Не попирай ногами своих ничтожных червей, владыч слуг! Утешь меня королевским пинком, благородный монарх! Мы не будем им мешать. Пусть дерутся, как им вздумается. Король-то дерется, как сущий дьявол. Теперь я должен идти. А кто прикоснется ко мне, рискует головой. Ха, никуда ты не пойдешь. Из чего он задумал? А тебя, мерзавца, повесят, как последнего пса четвертуют. За то, что ты убил моего лучшего друга. Видит Бог, если ты попробуешь удрать от меня. Поверьте, приятель. Не усугубляй своей участи, не лезь на рожон. Пусть он уходит. Безумец он или нет, ты недостоин его.
Помешай им. Только тихо. Мальчишку не тронь. Это вы? Да, малыш. Часов уже 5 рыскаю тут, как волк. Ищу разбойников. Где Канти? Там где-то остался. Этот человек схватил его. Отлично. Он может его убить. И по делу ему. Пошли отсюда скорее. О, я не знаю. Франция, Шотландия, политика, женитьба. Ну, неужели вы сами не можете решить? Мы только даем советы, государь. А решение должны принимать вы, ваше величество. Да, но сейчас я ничего не могу придумать. Давайте соберем совет завтра. Милорды, светит солнце, и моя голова раскалывается от ваших вопросов, от всей этой ерунды. Ну, пусть совет сам решит, что лучше, а затем сообщит мне о своем решении, когда будет идти дождь. Но безопасность королевства... Ну, я не могу сегодня. Соберемся завтра. Как вы прикажете, государь? Нет, Джейн, останься! Каково быть королем, а? Из того, что они говорили, я и половины не понял. Но почему совет ничего не может решить сам? Потому что слово короля – закон. Да, закон. И короли могут делать все, что захотят, верно? Да, мой король. И королям надо повиноваться? Конечно, мой король. Вот это здорово придумано. Закрой глаза. Простите, ваше величество, я думала, что вы тут одни. Встаньте, сестрица, не нужно церемоний. Мне бы хотелось поговорить с вами наедине, ваше величество. Но ведь здесь только леди Джейн. Ну хорошо, сестрица, подожди меня в саду. Итак, Бесси, о чем ты хочешь со мной поговорить? Я бы, ей-богу, надрала тебе уши. Что я увидела в коридоре 2 минуты назад? Избавился от королевского совета, как жалких, нерадивых слуг, выставил их отсюда и забавляешься с этой кокеткой. Как смеешь ты со мной говорить так? О, Нет. Ты ведешь себя так, так странно. Забросил государственные дела. Министры ждут, как нищим милостыню, за дверью, пока ты тут попусту тратишь время. О, Нет, одумайся, наконец. Не указывай мне, пожалуйста. Я сам знаю, что делать. И править страной я буду так, как мне нравится. Не нужны мне твои советы. Я могу идти, ваше величество? Иди. Я теперь король, слышишь? Я не собираюсь плясать под твою дудку. Вот придет твое время, усядешься на трон, тогда и заботься о своей Англии. Богом клянусь, я сделаю это. Теперь уже недалеко. Каждая потерянная минута может оказаться роковой, если ты самозванец. О, боже мой, ты опять за свое. Послушай, малыш. Я не малыш, сэр. Называйте меня ваше величество. О, прошу прощения. Не соблаговолит ли ваше величество учесть, что его недостойный слуга очень устал и голоден? На ногах у него мозоли, а мой дом всего лишь за холмом. Там можно отдохнуть, поесть и поспать. А после я доставлю вас в Лондон, и вы получите свою корону, ваше величество. Вот он. Гендон Холл. Мой дом.
Пошли. Ну вот. Нравится? Линдер? Это ты? Рад тебя видеть. Сэр, я вас не понимаю. Кто вы, сэр? Что вам угодно? Хью. Неужели я так переменился, что даже родной брат не узнает меня? Да вы не в своем уме, сэр. Я не знаю ни вас, ни этого мальчишку, который с вами. Этот малыш действительно сумасшедший, но я-то... Я твой брат. Ах, мой брат. Вышвырните из моего дома этих безумцев. Я не желаю больше разговаривать с ними. Да ты рехнулся! Мерзавец, ведь это мой дом. Эдит. Я вернулся. Эдит! Ты не знаешь этого человека? Мой брат скончался 3 года назад. А это какой-то самозванец. Он хочет присвоить... Что за вздор? Хватит! Мне надоели твои дурацкие шутки! Иди ты, я же Майлз. Хоть ты-то меня помнишь? Что с тобой? Почему ты молчишь? Потому что моя жена не знает вас, приятель. Твоя жена? Это ложь. Грязная ложь. Я Майлз. Ты узнаешь меня? Скажи, что я Майлз Гэндон. Скажи, разве я не Майлз Гэндон? Украл у меня имя! Мой дом! Мою жену! Thank you.
Этот мерзавец говорит, что он Майлз. Однако никому не нужны его дикие измышления. Верно? Посадите его в колодки. Я хочу, чтобы все увидели этого идиота и закидали его гнилыми яблоками. Сейчас можете угостить самозванца. Стойте! Остановитесь, скоты! Дорогу! Расступитесь, леди и джентльмены! Дайте дорогу! Вот это, милорд, и есть тот человек, который покушается на Гендон-Холл. Невероятно. Он полоумный. Возможно. Или преступник. Но одно ясно. Он мошенник. Его никто не признал. Ошибаешься, брат. Я Майлз. И ты знаешь это. Я знаю. Это мой друг, Майлз Гендон. Два дурака. По-видимому, это заразно. Так же, как и наглость. Но у меня и от этого есть средства. Вильямс, хлестни этого щенка раза два плетью. Научи его вежливости. А ну, пошли. Предатели! Вы все умрете за это! Бессердечные псы! Не смейте его трогать! Если вам надо кого-то высечь, бейте меня! Отпустите ребенка. Я беру его хлысты на себя. Чудесно. Оставьте его. Но учти, ты можешь болтать, но ему прибавят еще 8 плетей за каждое твое слово. Начинай. Важное сердце. Я никогда не забуду этого. Лорд Майлз Гендон. Боже тебя упаси, делать из меня когда-нибудь герцога.
уходи. Оставь меня, малыш. Я справлюсь и сам. Я выкручусь. Я вовсе не малыш, лорд Майлз. Рыцарь должен знать, как обращаться к королю. Если бы ты знал, как я ждала все это время. 7 лет, а от тебя ни слова. Я просто с ума сходила. А 3 года назад Хью мне сказал, что тебя убили в Германии. Я тоже хотела умереть. Но почему ты промолчала? Ведь ты сразу узнала меня. Хью сказал, что если я проговорюсь, он убьет тебя. Ты не представляешь, как тут все боятся его. А замуж ты вышла из страха? Или по любви. А что я могла? Я из бедной семьи, ты же знаешь. У отца было много долгов. Я думала, что ты... что тебя уже нет. Успокойся. Не надо плакать. Майлз, уезжай отсюда. Немедленно. Иначе этот злодей погубит тебя. Я не двинусь дальше Гэндон-Холла. У меня есть отличное орудие, чтобы доказать свои права, и оно сделано из испанской стали. Нет, Майлз, нет. Он убьет тебя, и никто ему даже слова не скажет. Его власть безгранична. Да и при дворе его знают. Завтра мы едем на коронацию. У Майлза есть один очень знатный друг, леди. Гэндон-Холл будет возвращен хозяину. Главное, что ты жив и свободен. Я умоляю тебя, уезжай скорее отсюда. Здесь никто не поможет. Уезжай, Майлз. Ради твоего блага. Ради меня. Пожалуйста. Хорошо. Я уеду. Но я еще вернусь. Что я Майлз Гэндон. Никто мне все равно не поверит. Вот и буду мотаться по всей стране, словно вор или нищий без имени. Стану оборванной тенью, опозоренной, отвергнутой. Я буду глядеть в зеркало, спрашивать, кто я такой, и не получать ответа. Да я же сойду с ума, малыш! Вас примут за безумца. Так же, как меня. Но я ведь не безумец. Я знаю, кто я. Кто я такой? Но никто не верит мне. Почему должны верить вам? С какой стати я должен верить вам? Вы же не верите мне? Какая между нами разница? Куда ты пойдешь? В Лондон. Если я не сделаю этого, они могут короновать самозванца. А когда восторжествует истина, я верну вам имя и вашу леди
и ваш замок. Я буду справедлив. Я узнал, как живет мой народ, и я позабочусь о нем. Наверное, я выгляжу очень глупо. Вы не можете выглядеть глупо, государь. Ну, а если бы я был не король Эдуард, а Дик или Том, что ты сказала бы тогда? Согласилась бы ты стать женой простого человека? Я никогда не перестану любить вас, государь. Но мне все-таки кажется, что лучше быть королевой Джейн, чем миссис Том. Это честно. Но поскольку вы наследник и скоро будете коронованы, какое это имеет значение? Досадно все же, что этот самозванец удрал. Верно? Но это не должно тревожить нас. Пристегнем на верность молодому королю, и наше положение упрочится. Будем надежно сидеть в седле. Запомни, малыш. Ваше величество, драться – это мое ремесло, а? Да, и за 10 лет оно принесло вам только 17 фунтов. Я видел, как вы дрались. Первый раз вы спаслись бегством, а второй и третий раз вас побили. Вам следует получше драться за короля. А теперь, если ваше величество соизволит заняться охраной, я лезу в окно. Пошли! Возьми.
Мой брат Майлз. Что же ты, паршивец, раньше не хотел своего родного брата узнавать? Нет, Майлз, не нужно остановить. Теперь он мне за все ответит. Помоги мне раздеть его. Да поживее. Наше приглашение. Сожалею, сэр, но церемония уже началась. Ну и что же? Это хозяин Гэндон Холла, я его жена. Вы пропустите нас и немедля. Прошу прощения, миледи. Поезжай! Могли бы немного поторопиться, сэр. Церемония закончится. Остановите его! Это самозванец, предатель! Скорее! Держите их! Малыш.
возлагать корону на эту преступную голову! Я Эдуард Английский! Я король! Уберите этого бродягу! Стража, взять его! Погодите! Не троньте его! Сейчас же отпустите! Это правда! Он король! Ваше Величество! Но это же безумие! Государь? Не получился из меня хороший король. Нищий из меня тоже не получился. Какое сходство, милорд! Смотрите. Да, но кто из них кто? Неужели вам не ясно, милорд? Я король, а это Том Кенти. Это правда, милорд. Я требую доказательств. Мы дали слово. Какое еще доказательство нужно? Нечто большее, чем слово про хвоста в лохмотьях. Покажи печать, малыш! Ваше Величество, что вы медлите? Если вы не хотите верить мне, поверите ли вы печати принца Уэльского? Да, потому что эта печать может быть только у принца Уэльского и ни у кого другого. Очень хорошо. Ну, где же она? Схватить самозванца! Стойте! Кто его тронет, поплатится головой! Возможно, это то, что вы ищете, мой государь. Вы обронили в драке. Вот она, милорд. Печать принца, ваше величество. Слава истинному королю Эдуарду! Стойте! Не прикасайтесь к нему. Это мой друг, Том. Как вы смеете, сэр? Встаньте! Вы сидите в присутствии короля. Ничего, пусть сидит. Это его право. Thank you.
Эдуард VI был коронован 12 февраля 1547 года. Одним из первых его действий в качестве короля было приближение ко двору Тома Кенти и назначение его главой Христовой обители, в которой воспитывались сироты и дети бедняков. Бедная вдова Кенти, благодаря заботам Тома, приобрела состояние и стала сдавать квартиры беднякам. Леди Джейн была разочарована тем, что не стала королевой, отказалась от Тома и вышла замуж за богатого герцога. Герцог Норфолк вновь обрел политическую власть и отомстил всем своим врагам. Они окончили жизнь на плахе. Майлз Гендон и Эдит поженились, вернулись в Гендон-Холл, где счастливо прожили до конца своих дней. Брат Майлза Гендона Хью, после согласия на развод с Эдит, уехал в Америку, где вскоре умер. Принцесса Елизавета, сестра Эдуарда VI, стала королевой в 25 лет и правила в течение 45 лет. Как она и обещала, она хорошо позаботилась об армии.